Йоху, всем сяп-сяп, с вами Инзган, и мы продолжаем мои денечки в порте, порте? Ну да, порте. Собственно, это уже четвертая серия, без перерыва, то есть я их записываю подряд, потому что прям затянуло, прям прикольно, прям смотри, как интересно. Опять же, не забывайте про телегу. Не забывайте про Дискорд, все это есть в описании, стримы, канал со стримами есть в Дискорде, но пока на этой неделе, как я планирую, что я в эту неделю выпущу, я серии записываю неспроста, а пораньше, потому что недельку возможности записывать у меня не будет, нет топлива собрать, создать, ясно, заправить, поехали. Дерево есть, все прекрасно. Все прекрасно, что создавать уже на самом-то деле не так и понятно. Вот, сегодня, если я ничего не путаю, давай-ка возьмем-ка календарчик. Календарчик возьмем, задание, записная книжка, карта, календарь. Сегодня тоже день рыбалки. В прошлой серии у нас тоже был день рыбака, и мы там порыбалили, я тебе скажу. Нормально так нарыбалили, у нас есть, смотри, золотой лосось. У нас есть императорский золотой лосось, и у нас есть голиаф. 350 рублей, ну или денег, или что там, голды, за одну хрень дают. И надо пойти, непосредственно эту хрень пойти заполучить, но... Перед этим давай знаешь, что сделаем. Мы теперь можем сделать себе бронзовую кирку. Создаем. Да. Да? Да. Отлично. Отлично. И надо купить еще один вот этот вот комплект модернизации, чтобы у нас появился бронзовый топор. У нас будет бронзовая, так сказать, день рыбака начала. Надо идти, надо идти, надо быстро идти. Надо где-то купить. Где-то надо купить срочно этих червяков. Где их купить? Круглый стол, обмен значков, конструкторы, вот это вот обмен значков. Каких значков? Мне нужны червяки, мне надо купить червяков. Я не знаю, у кого купить червяков. Я их прям готов купить за деньги, потому что это реально окупается. Это нормально окупается. Тут ни хрена нету. Пойдем в город, там поищем, где что можно купить. В принципе, мы рыбы наловили вообще до хрена. Вообще до хрена, если она действительно так продается. А мы, в принципе, наверное, даже сейчас в принципе, сможем это в принципе-то и узнать. Так, у вас червяки здесь продаются, нет? Нет, у вас не продаются, а это что такое? Фарфоровая тарелка. А давай мы тебе, знаешь, что продадим? Вот эту вот хрень. Ну-ка. 4. Да ладно. Да ладно, серьезно, 1500. Охренеть. Эти тоже давай все вот так вот. Опс. О, мы как раз это искали. Прекрасно. Прекрасно, отлично. Значит, мне надо пойти купить червяков. Я хрен его знает, где их продают. Надо искать везде. Давай зайдем в цветочку. Я здесь, кстати, ни разу не был. Цветочный магазин Элис. Ни хрена у тебя, Элис, кажется, нет интересного. Ну, есть, конечно, но мне это пока сейчас не надо. Это что? Это еда. Это тоже явно не червяки. Не червяки мне не нужны. Мне нужны червяки. Вот эти гусеницы зеленые. Вот эта вот хрень. Здесь что у нас? Здесь у нас дома, какая-то хрень, что-то ненужное. Это мне все пока не надо. Это мне все нужно будет потом. Сейчас у меня одна задача, и вполне себе конкретная. Мне надо... Простой топор. Мне... Не понял. Ах, я уж потерял. Я уж потерял, думаю, где этот инструментальная хрень. Мне все. Все, мы можем сделать топор, у нас может быть все прекрасно. Шмотки. Кстати, шмотки. Ну-ка, рабочие штаны. Уровень 10 плюс 30 к защите. Давай купим рабочие все. Ну-ка, подожди, плюс 10 к защите, макс энергии. А что, не стоит дороже? Пока бабки есть, можно купить. Давай, значит, мы сейчас станем пока работягой. Потому что плюс 30 к защите и плюс 30 к энергии, это прям очень хорошо. Это берем, это берем, это берем. Это что такое? Лен. Лен мне не надо, хлопок не надо, червяки мне нужны. Мне нужны червяки. Ну, купальник. Магазин одежды. Уровень 5, это что? А, у меня может уровня не хватит. То это будет неприятно, если уровня не хватит, конечно, да. Труселя. Подгузники. Подгузники мне тоже пока не нужны. Смотри, рабочая куртка, это можно мне надеть? Да. Уровень 10, скотина, а у меня-то какой? 8. Ладно, подожди, у меня хватит места под это все. Под это все, под это все, под это все. Блин. Ладно, если что, выкинем мясо или... Зараза, что бы выкинуть? Нечего выкидывать даже. Подождите, где? Где мне можно что еще купить? Пойдем в эту зайдем. Время, она, по-моему, до 3 идет, вот это соревнование. Но я не знаю, где купить червяков. Что за бред? Где мне купить червяков? Где это дива... О, вот это диски. Да, вот они диски обменивают на улучшенный двигатель, на стойку для оружия, серьезно? На тренировочный манекен. Это мне пока не надо. Плотный силовой камень.
Хорошо, 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 у меня дисков 5, но мне кажется, я пока не могу на них покупать. Или могу, или что? Мерлин. Так, здесь ни хрена нет. Где купить червяков? Хоть прям в Google иди, серьезно. Что это такое? Куда я еще не заходил? В больничке, наверное, не будет червяков. Магазин фермера. Прыгучая скотина Магди. Хорошо, это что такое? Мост на янтарный остров, рыбное место. Так, разрушенная пустошь. Разместить. Что разместить? А, это можно там что-то разместить. Заказ, видимо, на поиск. Магазин при клинике. Конструкторы. Обмен наград мэрия. Обмен заказов. Круглый стол. Блин. Церковная лавка. Ну, это тоже явно не то. В магазине фермера, мне кажется, их не должно быть. Ну, пойдем попробуем сюда, ну, потому что я больше не знаю, где, что и куда еще можно. Куда еще можно? Я просто без понятия. Надо срочно прокачать 2 левела, надеть эти шмотки, и все у меня будет получше, чем сейчас. Давай беги быстрее, быстрее беги. Я всех червяков в прошлый раз потратил, я научился рыбалить. Это не сложно, это прям легко, это прям хорошо, это прям прибыльно. Охренеть, 350 фантиков, это ж, ого, я таких денег не видел ни разу. И это заодно. Но надо зарегистрироваться, но сначала надо купить червей. Где купить этих сраных червей? Мне очень нужны эти червяки. Какой-то хрен мне дал 20 червяков. Вот магазин. Обмен наград. Здесь червяков тоже нет. А где? А на кой хрен они мне, конечно, непонятно, но ладно. Смотри, 80 к защите. 80 к защите. Это надо брать. Это надо брать, но вот здесь вот можно участвовать. Нажать прям. Для ловли рыбы нужна приманка. Да, мне нужна приманка. Кто мне может продать приманку? Мэй, Гаст, Сэм, Люва. Вот ты? Мастер на все руки, один из братьев Ку. Кто ты? Шпион Империи Дулас? Чего? А, всего лишь новый мастер. Подозрительно. Ты подозревака? Вот, Цива, может? Тихо, не так, ну. Здорово, поговорить. Ничего у тебя купить нельзя. Ремингтон. Тебя аналогично. Доктор Сю. Ты рыбак тоже, что ли? Блин, где мне взять червяков? Кто-нибудь, срочно скажите мне, что за хрень? Куда идти-то? Вот здесь не видно ничего. Рыбное место, день рыбака. Обмен наград. Зараза какая, а ты посмотри. Мост. Я хочу на рыбалку. Мне надо нарыбачить вот это вот все, но у меня нет абсолютно червяков. Ой, обмен наград. Ровная лавка. Магазин фермера. Лесная ферма. Так, подожди, я сейчас погуглю. Я прям вот сижу, гуглю. Смотри, алло, Яндекс, ты где? Давай. Давай, прям надо найти. Кстати, меня тут соседи сверлят что-то. Значит, my time at Portia. Вот, Portia. Наживка. Не надивка, блин, а наживка. Окей. Рыбалка. Давай быстрее. Мэй, Вики. Вики есть по этой игре, кстати. Персонажи ловить рыбу, пойманную рыбу, тра-та-та. Также можно существует день рыбака. Праздник для людей наловить много редких рыб. А, это много редких. Значит, как управлять? Понятно. Советы. Старайтесь не позволять этому. Понятно. Если вы тянете, понятно. Навык рыбной экспедиции позволяет вам определить, какая рыба в данный момент попалась на крючок, что очень полезно, если вы ищете конкретную рыбу. Прикольно. Игровое время тратится, когда вы ловите рыбу. Если рыба клюнула, то вы не будете, пройдет 5 минут игрового. Так, удочки. Приманка. Гусеница прячется в кустах. Обычная приманка для рыбы. Ранчо Софии. Софи, ты где? Магазин фермера. Где Ранчо Софи? Софии. По-моему, вот это вот. Да, точно, вот оно. О, как далеко бежать. Как бы ни случилось, знаешь что, что пока я бегаю, возьмет и кончится. Короче, нахрен весь этот самый праздник. Ува. Ладно, хрен с тобой, с Увой. Никого не трогаем, значит, время вообще никуда не тратим. Просто бежим. Вон оно, раньше я уже... Опять Ува? Это Дава. А, их там до хрена братьев, они все одинаковые, я знаю. Хорошо. Хорошо. Но непонятно, сколько надо рыбы-то наловить. Надо было в календарь смотреть. Но с другой стороны, у меня вообще-то первая рыбалка, чего вы хотели. Я вообще-то такого, знаешь, не ожидал. Я так удивлен, я только вчера научился рыбу ловить. Но это прикольно. Это очень прибыльно. Особенно вот эти вот хрени по 350, это прям вообще, ты посмотри.
4 я их вчера выловил, у меня там что-то было 20 с чем-то, по-моему, червяков. И это прям топчик, я вам скажу. Надо еще понять, где смолу, кстати, добывать. Давай сразу сделаем вот эту вот хрень. Что у нас? Бронзовый топор. Создать. Поехали, один. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно, Софи, ты где? Ты мне нужна со своими червяками. Вон, наверное, магазин. Я правильно понимаю или неправильно? Не знаю, правильно, неправильно. В любом случае, быстро, быстро, быстро бежим, покупаем червяков. Сейчас все рыбалим, быстрее. Можно на автобусе уехать? Где магазин? Надо внутрь зайти, да? Раньше, Софи, давай, 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 давай. Сколько у тебя червяков? Мне нужны все. Магазин фермера. Опа! Поехали. Значит, мне нужно 28. Сколько денег? Много. Давай возьмем штук. Не знаю, 50. Благо, они в стеке нормально живут. 50, 200. Хорошо. Хорошо. Что у тебя еще есть? Ну, всякое. Все, быстро на рыбалку. Быстро, быстро, быстро. В 15.00 она закончится. Через дом пройдем как раз. Сбагрим там лишнее ненужное. Где мой дом? Вон мой дом. Вон мой домишко маленький. Кстати, можно мне его как-то побольше сделать? Сбагриваем, значит, ненужное, там что, стекло, мед, не мед, какую-нибудь хрень, вот эту вот ненужную всю скидываем. Идем быстро рыбалить. Я, ну, в целом не очень уверен, что мы успеем, хотя клевало как бы очень вчера хорошо. Но я не знаю, мне кажется, мы толком не успеем, ни хрена. О, эту скинули. Не скинуть, рыбу не скинуть, это не скинуть, это все понятно. Удочку тоже, стекло не скинем, жаль. Кстати, за если мы сейчас рыбу успеем все-таки что-нибудь там поймать, давай, знаешь что, куртку раз, эту два, вот эту три, все, больше ничего, да, вот, скинули еще иголки, больше нечего, ладно, уже хотя бы что-то есть, быстро, быстро, быстро бежим туда, бегом, очень быстро, в самый дальний нахрен конец, быстрее, время 13 часов, осталось буквально 2 часа, полтора, час 20, 2,5, хорошо. Быстро, ламы, нахрен отсюда слиняли, чтоб я вас больше не видел никогда. Блин, надо было сразу гуглить, потом бежать. Там получается полдня только бегаем туда-сюда, что-то тупим, бесполезно вообще. Но сделали топор, сделали кирку, сделали хороший инструмент, правда еще его не пробовали. Вы, если еще не подписались, тыкайте подписаться, тыкайте колокольчик, убирайте все уведомления. Про все остальное не забывайте тоже. Давай быстро, быстро, быстро регистрируемся, рыбачим. Все, погнали. Там место классное. Там рыба огонь. Просто вот эту по 350. Если штук 10 поймать, это будет 3500. Я просто себе возьму и все куплю. Давай. Участвовать. Заплатить 200 г, чтобы принять участие в турнире. Это займет 3 часа, потребуется 15 единиц энергии. Погнали. Энергия минус 15 г, минус это рыбачить. Рыбачить 8. Давай, давай, рыбач. Тут надо просто мышкой лозить. Смотри, вот раз. И натягиваем. Тихо, тихо. Неоновая рыбка, серьезно? Давай быстрее закидывай. Короче, какой смысл? Нам надо мышкой водить так, чтобы вот этот вот кружочек... Это что за хрень? Так, чтобы этот кружочек находился постоянно на рыбе, иначе он краснеет. Мы левой кнопкой подтягиваем на себя рыболезвие. И чем сильнее мы подтягиваем, тем сильнее натягивается леска. Опа. А леска натягивается. И рыба срывается. Императорский карп. О, мы уже на втором. На втором месте, на третьем, в смысле. Хорошо. Хорошо, поэтому левую кнопку мыши отпускаем, чтобы вот этот вот шарик натяжения лески, так сказать, не достиг краев белого шара. Чтобы красный шарик не стал больше белого. Вот и все. А сколько она стоит? Надо смотреть. Что-то не смотрю, сколько она стоит. Тут вообще морская рыба. 30. Мало. Мало, мало, мало. 350. Мне хочу вот эту. Но я ее просто так ловил. Поэтому нам никто не мешает, в общем-то, взять и порыбалить. 75. Интересно. Рыба-лягушка, ни хрена себе. На каком я? На втором? На четвертом? На каком? Бляха, что ты делаешь? Кидай давай. Я не понимаю, на каком я месте. Я забыл, какая у меня аватарка. Смотрим, сейчас увидим. Медведь больше всех пока нахерачил. Императорский парусник особо... Да не кидай ты! Короче, либо третий, либо четвертый. Ясно, хреново. Надо быстрее ловить. Больше лови. Клюй. Давайте еще. Так, кто? Почему не показывает?
мы на последнем месте. У нас удочка говно. Но в целом никто как бы не сорвался. Но удочка, конечно, говно, да. Можно их побыстрее. Императорская скумбрия. 69. Опа! Опа! Второе место. Давай, 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 давай. 45. Императорская, что-нибудь еще. Вот этот вот вообще морская рыба. Удильщик, точно. Мало за него дают. Инвентарь полон. Предмет был оставлен на земле. А чё их так много разных-то прям всяких? Отлично, императорская шар-рыба. Сколько за нее дадут? Мало. Мало очень за нее дают. Давай, 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 да. Опа, лягушка. Мало. А, так нам медведя вообще не догнать, ни хрена себе там. А какие награды за это? Опа, опа, вот этот, ай, сорвался, его надо вообще очень аккуратно. Очень аккуратно его водить, он стоит 350. Я уже привык что-то к маленьким. Опа, рыба-лягуха. На втором месте. Второе место. Ага. Ага, всего 186 принять, хорошо. Ёпта. У нас какое? Инсган. Второе место, я так понимаю, да? Значок рыбака, рыба с беконом, крем-суп и лосось. И куда я это все положу? Я не знаю, куда это все положить, ребята. Это просто перебор. Это просто перебор. Надо пойти и продать рыбу, потом вернуться сюда, что ли? Не, не надо рыбачить. Подожди, не рыбачу. Ладно. Пойдем обратно. Найдем какой-нибудь магазин. Вот, кстати, магазин. Здесь у нас продаются только за значки все. За значки все. Шляпа рыбака. 150 к ОЗ. Что такое ОЗ? Не знаю, но у меня не хватит. А сколько у меня их? А вообще не сколько их, что ли, там положил все. Ладно, придется за этим вернуться. А что у меня есть? У меня есть рыба. Много рыбы. Много рыбы и все. Медведь? На кой хрен мне медведь? Двойное размещение в доме. Его надо в доме разместить. Ладно. Медведь, ты что, разговариваешь? А, подарок на тебе. Он не любит медведей, я так понимаю, правильно? Не любит кольца, не любит что-то еще. Топор из бронзы, может рубить деревья. Что тебе дать? Меда хочешь? Любимое лакомство написано. О-о-о. Я не знаю, зачем я дружу с этим хреном папой-медведем, но... Но так. Магазины могут быть закрыты. Это будет очень неприятно. Мне надо, чтобы они были открыты, и это было бы очень приятно. Давай быстрее. Тебя на остановку, что ли, идут? На автобусе гонять? Давай, быстро беги. Надо попробовать, кстати, топор, надо попробовать кирку. В принципе, чтобы попробовать кирку, можно зайти в каты, но каты уже, наверное, закрыты. Короче, очень мало времени, очень быстро день здесь заканчивается. Очень быстро здесь заканчивается день. Пойдем к любому продавцу что-нибудь продадим. Все равно, кому продавать. Давай, нажимай. Отлично, работает. Ты рыбу скупаешь? Максимум 28, хорошо. 4. 228, прекрасно. 2, 142, неплохо. Так, 1, 57. 1, 38. Почему минус 2-то? Минус 4. Что значит минус 4? Цена рынка 95. Не знаю, что это значит. 114. Так, 43. Но 200 фантиков мы уже явно отбили. Вот еще 341, это хорошо. А кто это? Императорская скумбрия. Короче, 200 фантиков мы отбили давно нахрен вот одной только этой скумбрии. Рыбалка очень прибыльное дело. Если у вас нет денег, идите на рыбалку. Идите на рыбалку, а мы погнали обратно собирать все, что там еще осталось в инвентаре. Не до конца понятно, куда складывать диски. Надо пойти собрать урожай. Надо пойти... Ой, что надо пойти сделать-то? Надо пойти расколупать все, что можно расколупать в этом самом подземелье. Да и все, наверное. Что там, для моста нам надо еще что-то сделать? Что нам надо сделать для моста? Я надеюсь, никто не спер там мои пожитки. Это будет очень неприятно, если кто-нибудь спер мои пожитки. Это, во-первых, во-вторых, попробуем немножко даже, наверное, дорыбалить, если... Да, они лежат отлично. Даже до... Опа! Еще рыба. Так, а где вот эти вот значки мои? Вот это? Да, значок рыбака. Какой-то странный значок. Ну да ладно. 8 штук. 8 штук. Так, а это куда? Несколько ржавые, но по-прежнему полезное оружие. Используйте для атаки источник рыбы, заброшенные
Руины, плюс 8 к атаке. А у этого сколько? Урон в ближнем бою 50%. Плюс 30 к атаке. Ну, мне сейчас получше будет. Так, что я могу купить за 8 фантиков ваших? За 8 ваших фантиков 25. Могу купить шарик. Разных форм подходит для наружного украшения. Но эти бесполезны. Это макс здоровья. Смотри, медаль, которую дают только лучшему рыбаку. 25 фантиков она стоит. И шмотки. Шмотки дорогие, кстати. Кстати, дорогие шмотки. Но они прям хорошие. Шмотки прям серьезные. Давай еще порыбалим чутка. Возьмите удочку. Попробуем здоровяка все-таки поймать. Угу. Вот он, смотрите. И вот очень медленно, чуть-чуть прям нажали левую кнопку и все, и ждем, пока она успокоится. И не спускаем с него это колечко. Ну и вот так вот потихоньку, смотри, вот прям пип, все. Вот я пока пищал, это значит я держал левую кнопку, пип. Давай, 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 еще чуть-чуть. Не спеша, тут надо прям медленно, медленно, идут к нам 350. 700! 700, мать твою! Левел ап сразу же случился. Императорская рыба Голиаф. Охренеть, охренеть. Еще одна, что ли? Ты кто? Это я вот не знаю, кто это. Я такой вообще никогда не ловил. 700. Просто голды к нам прилетело за раз. Ты видал? 700. 700, Карл. Это очень дохрена. Это у нас заказы вот эти вот по 200. А-а-а, скотина. Перебрал. Перебрал. Очень жаль, очень неприятно, очень... Ну, это мелкое, можно просто сразу тащить. Чуть-чуть просто, как бы, аккуратно. Все, 30 фантиков золотой лосось, пожалуйста. Вот там интересная хрень новая, я такой не видел. Я такой не видел, я такой не ловил. Чуть-чуть перебрал. Ты кто? Ты тоже мелкая, иди сюда. Иди, не бойся. 30 фантиков тоже хорошо. 700, охренеть, 700. Вот, опять этот. Ты императорский или обычный, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, сейчас посмотрим. Короче, рыбалка — это очень прибыльное занятие. Очень прибыльное, прям вот старайтесь первым делом делайте удочку. Чтобы сделать удочку, помимо прочей хрени, надо собрать вот эти вот какие-то там шары какие-то, я не знаю. Они падают с деревьев, у которых два ствола, их надо пинать, мы в прошлой серии это делали. 350, вот обычный Голиаф. Давай мне теперь того, интересно, инвентарь полон. Ну нет, 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 инвентарь полон, это не пойдет. Это вот нет, стой, хватит, подожди, что-то надо выкинуть. Может быть, что-нибудь выкинуть? Чтобы выкинуть. Ты вот что, 4 фантика она стоит, давай ее выбросим. Вот, а Голиаф стоит 350, чувствуешь разницу? А что у меня теперь? У меня теперь есть Голиаф, обычный, необычный, значит, вот эти вот два. Если что, что можно выбросить? Может быть, можно выбросить воск или мед? Кстати, стоит 2 копейки. 2 копейки он стоит, а где ракетка? Не знаю, мне кажется, я его брал. Давай попробуем что-нибудь еще половить. Прям деньги, деньги, это мелочь. Этот золотой лосось или кто он там, скумбрия. Да, 30-ку. Но все равно приятно. 3 хреновинки поймал, у тебя уже сотка. Ну это ж ништяк. Давай, давай, к тому же их ловить-то, что там ловить-то? Натягиваешь вон. Вон и все, еще 30-ка. Просто в кармане за 2 секунды, охренеть. Давай, лови. Ну вот мне интересно, что там за зверь такой. Вот этого. Этот у нас уже есть и обычный, и императорский. Соответственно, мы их просто складируем, просто стыкируем. Давай, 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 еще чуть-чуть. Когда бабла до хрена, уже сразу становится как-то спокойней, проще. Но и не так интересно. Вот когда денег нет ни хрена, там да. Давай, натягивай, натягивай. Натягивай, натягивай. 700 опять, еще 700. Охренеть, у нас 1400 за 10 минут. Охренеть. Нахрен мне эти заказы ваши все нужны тогда теперь. Ты кто? Еще Голиаф. Ты Голиаф какой? Обычный, необычный или что-то такое? Что ты такое? Тихо, 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 надо не переборщить прям. Че это интересно за циферки? Это типа расстояние какое-то? 2.03, когда будет 0? Мы домой приедем или как? Не понимаю. По чуть-чуть, прям помаленьку, по каплюсечке подтягиваем. На безопасном расстоянии его держим. Все, сейчас приедет. Да, это скорее всего расстояние. 350. 350, отлично. Отлично. Бабло просто рекой. Еще один, ты посмотри. Из 4 метров просто надо его вытащить. Тихо, тихо, очень медленно. Очень медленно и аккуратно, и не спеша. Вот так, вот так, вот так.
когда циферки бегут, вы можете понимать, что я, значит, держу левую кнопку прям вот. Вот столько, сколько они бегут, вот столько я и держу. Это прям совсем две каплюсечки. Оп, еще один голиаф. Еще 350. Охренеть. Охренеть. Бабло просто течет рекой. Мне интересно вот ту хрень поймать. Что там за хрень такая была? Ты кто? Ты мелкий. Угу. Лосось золотой. Хорошо. Магазины. А, магазины уже закрыты все. И этот, видимо, тоже закрыт, да? И каты, скорее всего, тоже закрыты. Но у нас теперь будет большая проблема. У нас критически не хватает ящиков. Императорский золотой лосось не влез. Не влез. Что ты сделал? Выкинем что-нибудь еще. Мед выкинем, нахрен не нужен. Вот, ты кто? Ты кто? Кто ты? Сколько ты стоишь? Что ты за тварь такая? Я тебя не видал. Аккуратно, безопасно, очень безопасно. Очень безопасно, медленно, прям. Прям терпим, не наглеем. 2 метра осталось, там копейки. Смотри, как он упрыгивает, скотина. Это вот много уже, так не надо делать. Вот так можно. Хорошо. Копейки остались, давай, сейчас вытащим. Не уходи, ты куда пошел? 5000! 5 сраных тысяч! Ты видел это? Ты это 5 сраных тысяч. Короче, ты мне больше не нужен никогда. Медведя положим, ладно? Еда, еды слишком много, я так сразу не съешь. А ты сколько стоишь? Ты стоишь 90, 90 это много. Вот мед, давай, до свидания. Извини, родной, но инвентарь... Подожди, подожди! Раз. Я понял. Открыть. А, принять. О! Открыть. Принять. 600 уже? А тут сколько? 900? 900 у меня нет. 5000. 5000 денег. Это очень редкий вид голиафа, сложен. 5000, охренеть, просто охренеть. Давай еще добьем немножко. Дай, твою мать сорвался. Ну давай, последний. Последний, кто сейчас клюнет, вот тот и будет. Вот ты и будешь. Ты и будешь. Но 5000 королевский голиаф, конечно, это ну прям, это да, это прям имба. Это прям дисбаланс. Мы сейчас пойдем себе еще и станок улучшим или что-нибудь. Я вообще нахрен работать не буду, я буду просто рыбачить целыми днями, это кайф, это рыбалка, это классно, это мне нравится, это я люблю. Да еще и деньги такие дикие, просто дикие деньги платят. Сиди, рыбаль весь день, сейчас еще тачку надо купить, чтобы на рыбалку ездить. Что, еще одного? Что-то последнее. Ну давай все. Ладно. Кто там? Вот, мелкий, отлично, сейчас мелкого забираем и до свидания. Все, уходим, уходим, хватит. Ого, 5000, ты видал? Ну ты видал, пойдем от радости какого-нибудь краба нахлопаем. Хотя зачем? На! Бам-б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 ам. А, мне, кстати, надо... Вот, я сейчас пойду и срублю какое-нибудь нахрен здоровое дерево. Нужен топор еще получше, а опыт дают. Прикол. Ладно, еще получше нужен топор. Значит, видимо, это не последний, как бы, этап улучшения топоров. А тебя сколько бьем? А вон ты какой колючий. Подожди. Топор медленно бьет, но я что-то не посмотрел, сколько бежит. Давай, собирай там с него все иголки. Убрал уже, наверное. Ладно, идем. Так, кого мне срубить этим топором своим моим крутым? Крутым моим своим топором. Пойдем вон там, какие-нибудь деревья порубаем. Но это я, мне кажется, и тем мог срубить. А какой еще ты получишь? Куда уже лучше, что у меня уже и так охренительный топор. За 2 удара, раз, все, до свидания. Мне нужна смола. Не древесный сок, а смола, чтобы срубить... А ты кто? Чтобы срубить, в смысле сделать себе меч крутой, покруче меч. Растительное волокно дерева. Ты что даешь? Е ударить. Тыква. Яблоки. Яблоки. Неплохо. Больше ничего не падает. Ладно, рубить его, видимо, не получится. Тебя можно рубить? Вот, можно, смотри-ка. Ну-ка, давай-ка. Что за хрень? А, он уснул прямо здесь? А проснулся в кровати? Как это произошло? А сколько времени было? А что случилось вообще? Так, топор. И на водяху у нас. Ладно.
Значит, что мы делаем? Нам надо положить куда-то вот этого медведя. Мы его поставим пока вместо стекла. Можно еще кого-нибудь положить? Непонятно. 4. Медведь, медведь, медведь. Сиди вот здесь вот рядом с вентилятором. Всякая просто хрень. А можно тебя как-то развернуть? Вот так вот. Нет. Ладно. Ладно, что есть у нас еще, что можно дома положить? Вроде как больше ни хрена. 5000. 5000 денег. Охренеть. Сколько еды мне, столько не надо. Зачем мне столько еды? Это просто, ребята. 5000. Я тут, значит, 350. 700, типа, боже, как много денег. И тут на тебе 5000. Вот надо вот это вот найти. Где она? Смола. Источник дерева, собирательство блендер. Бронзовый топор, удочка начинающего. Надо, значит, прокачивать нашу, видимо, вот эту вот хрень. Вот эту вот нашу. Потом. Вот, смотри, ведро, а железный слиток только нужен. Кресло из крепкого дерева. Ладно, а здесь-то нам чего не хватает? Для чего? Крепкая деревянная доска X5. Крепкая деревянная доска добывается из крепкого дерева. А где крепкое дерево? Источник дерева, ясно. Ясно, 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 понятно. Значит, надо срубить большое дерево. Мы пойдем сейчас все продадим пока что нахрен. И пойдем срубим большое дерево, потому что мы можем себе это позволить. Знаешь, вот давай, погнали. Вот, пошли. Я надеюсь, будет смола, потому что она мне очень нужна. Добивай. Добил. Но. Резиновый фрукт, древесный сок, все не то. Дерево с двумя вот этими можно срубить? Да, можно. Нужен топор получше. Ты кто? Ты такой же, нет? По-моему, да. Ну, обычные вот как бы листья такие, которыми удобно очень попу утирать, если вдруг нет туалетной бумаги под рукой. Я не знаю. А вот, кстати, крепкое дерево-то мы добыли. Но мы не добыли смолу, правильно? Жук какой-то там. Смола, птичье гнездо добыли. Интересно. О, смола! Вот. Все, я понял. Дерево с листьями как попу утирать. Вот это вот. Эмили, прости, я тут немножечко лесорублю. Я, опять же, не понимаю, появляются они с утра или нет, но мне все-таки кажется, что появляются. Снова имею деревья, регенерятся где-то за ночь, потому что, ну, я тогда все деревья быстро очень срублю, и вы останетесь все вообще без деревьев. Сколько там смолы я добыл? Нету больше. А, 2. По-моему, надо 5. 5 или нет? Ну, одно, по крайней мере, дерево я нашел. Это дуб какой-то. Надо дерево, чтобы можно было попу утирать. Есть такие у вас здесь? Это оно? Ну, похоже. Ничего с него не падает. Ну, тогда я тебя сейчас срублю. А, резиновый фрукт упал. Резиновый фрукт, по-моему, там тоже падал. Давай, добивай. Ну, в принципе, что, нам тогда уже и плевать, что там две... Вот, смола, смола, отлично. 3, дай 3. 3. 2. Зарезы. А, ладно, вон еще одно дерево. Мне кажется, 5, но может быть и не 5. Фрукты будем собирать. Последний раз. Нету фруктов, ну и ладно. Ну и ладно, не хочешь как хочешь. Вот это дерево, можно удобно вытирать ваши разные отверстия. Давай добиваем, я думаю, нам хватит. Да, нам хватит стамины, это прекрасно. Нам надо еще сейчас посмотреть, что можно такое сделать или купить, чтобы было очень много стамины. Потому что 260 все равно немного. Хотя иногда остается, с другой стороны. Если вот не лесорубить, что-то такое не делать, то остается. Надо еще пойти собрать урожай. Вот она, смола, я ее вижу. Но может это не смола. Да почему? Древесный сок есть, а дерево. А пенек можно добить? Ну-ка. Из пенька может что-то выпадет? Но очень мало осталось этих прям очков. Хватит, конечно, но... Нету. Железное дерево. Ну, крепкого дерева в любом случае у нас теперь до хрена. Пойдем срубим, что мы там еще срубили. Если хватит нам... Стамина, кстати, ее можно, по-моему, чем-то прокачать, что-то сожрать, и нам дадут еще, типа, немножечко стамина, чтобы вот, например, вот это дерево дробить. Левел ап, отлично, 10-й. А, не хватает, да? Смотри, мы берем, делаем что? Фрукты не едят этот резиновый, вот этот. Восстанавливает энергии 20. А, съешь? Ел. Рыбный суп, прекрасно. Лобысь. Крепкое дерево. Будильник звенит. Вон еще пенек. Вон еще пенек. Но может, кстати, и 4 смолы хватит. Может, там не 5 было. Я не помню, ребята. Я не помню, но надеюсь. А, так это просто за раз идет 400, потом 500.
нету. Нету, нету, нету. Видимо, надо смолу, знаешь, добывать, как бы рубить прям. Давай еще сожрем. Этот же суп, где он там? Этот сколько? 18. Здоровья 18% максимального. Он его съесть не может, он, наверное, не голодный. Ладно, давай руби. Дорубим, так сказать, пеньки, выкручиваем, а то чего хорошего, что они здесь стоят. Дерево до хрена у нас уже, я так понимаю, да? Крепкое дерево, дерево. Не так и до хрена. Не так уж и до хрена, вон 45 внизу видно. Или это крепкое? Не знаю. Добивай. Хорош. Нету. Нету смолы. Ладно, посмотрим, что мы можем сделать. Надо, наверное, пойти собрать урожай. Вон, смотри, во сколько. Смотреть состояние, взять, выкорчевать. Ага, 8 часов еще осталось. Ну, в принципе, ему этого хватает, полную миску. Значит, так, крепкое дерево. Сколько надо крепкая деревянная доска-то? Сколько их надо? 5. Удобрение, если полную забить, то хватит на выращивание вот этой вот всей пшеницы, которая у нас есть. Здесь что-нибудь надо, здесь ничего не надо. Здесь, ладно, все плавится потихоньку себе. Какие у нас квесты? У нас один квест только остался. Что-то очень мало квестов. Нам надо их побольше. Персонаж, точно, бой. Ускоренная тренировка. Получаемый опыт увеличивается. Да, это берем, это берем, это берем. Это берем. Все, что ли, туда прям? Ладно, применить. Тихо, бег. О, вот это да, это тоже, кстати, надо. Это я хочу на 6 в секунду. Это что такое? Увертливость. Так, урон увеличивается. Это хорошо. Глухая оборона, защита увеличивается. Максимальный запас здоровья. Тоже прикольно. Тоже прикольно. Ладно, это добыча. Опытный шахтер. Получить двойную добычу при работе с жилами. Там жилы еще есть. А, у нас что-то еще есть. Мы просто максимум все прокачали. Вот этот берем. Все, очки закончились. 10-й левел у меня. А это значит что? Это значит, что я могу шмотки приодеть. Ну-ка, быстро, быстро приодевай шмотки. Ням-н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 ям. Вон дерево обычное, значит, это смола тоже сюда кладем. Такого у меня еще не было. Древесина крупных деревьев. Говорят, она такая же твердая, как некоторые металлы. Так, нажмите правой кнопкой мыши, чтобы использовать источник дерева. Раньше здесь жила птица. Могут даже найтись побрякушки, серьезно? Ага. Складываем. Это что такое? Морская трава. Так, рыбу мы сейчас всю продадим. Это что, еда? Она что-то не складывается. Что-то она не складывается, червяки. Ладно, так, а второй? Здесь что у нас? Здесь тоже все забито. Давай сначала сложим все, что там можно сложить, все, что влезет. А пока что-то туда ничего не влезает. Морская трава у меня есть уже, серьезно. Яблоки. Так, теперь берем штаны и берем куртку. Куртку, штаны мы вот это вот бодрыми темпами. Давай, смотри, раз. Опа! Опа, вот это у меня теперь что? Опыт 11 тысяч надо, много. 341 у меня здоровье стало, энергии 299. Выносливость 100, атака, защита, тра-та-та, туда-сюда, ладно. Ладно, 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 диски есть у меня, в принципе, все есть. Место стало нормально, с тобой что? Скотина, 5 надо, видишь, надо 5, надо 5 штук. Это очень мне не нравится. Пойдем продадим все, что можно продать. Смотрим, что там еще можно сделать. Ничего уже срубить мы сейчас не сможем. А, магазин, где у вас? Давай-ка посмотрим, ждаешь что? Цены вот эти вот нижерыночные. Там же минус и плюс. Да, ниже рынка 92%. Я тебе не буду ничего продавать. Мне не нравится твоя вот эта, знаешь, ценовая политика. Я сейчас в цветочном продам, там возьмут сколько у тебя цена. Ниже рынка 92. Это у всех, что ли? Пекарь, мать Тобы. Привет, ты, наверное, новый мастер, о котором все говорят. Я Марта, приятно познакомиться. Занимаюсь здесь булочной. Ясно, до свидания. Я вообще-то в магазин хотел. Да, цена, видимо, рыночная. Цена, видимо, одна. Так, давай, знаешь, что сделаем? Пойдем по квестам. Задание. Фермер, ремонт забора. Ему что надо? Деревянная доска. Включаем. Зонты важны, иглы 10. Включаем. Поручение гильдии. Мне нужно... А, это выполнено уже, да? Да, 15 уголь, талисманы и вся хрень. Так, чего? А, таинственный дивизион. Не знаю, что это. Может, ко мне с кем-нибудь из церкви поговорите с Ли. Но это мы выполнили, как бы, ладно. Значит, ремонт забора и иглы.
Доставьте деревянные доски и соберите иглы. Что у тебя здесь, вот здесь? 92, это хорошо покупать, плохо продавать. А мне сейчас надо продавать, мне сейчас не надо покупать. Это что такое, шапка? Каска шахтера. Кирка с проведенным фонариком идеально подходит для шахтеров, следователей руина. Ладно, с ценой рынка. Денег-то у них немного. Это же за 5 косарей, я же, может, им даже и не продам ничего. Ладно, диски сейчас мы положим. С дисками пока толком ничего интересного не понятно. У меня, кстати, дальность бега, что ли, увеличилась? Серьезно? Серьезно? Значит, надо иглы отдать. Надо бы деревянные доски сделать или отдать, посмотреть состояние. Что это вот значит? А, вот 6 часов. Ладно. Ладно, ты делаешь крепкие деревянные. Обычных досок у меня, получается, долго еще не будет открыть. Иглы. Где здесь иглы? Иглы здесь где-то у меня были. Причем на нормальных таких. Серьезно, игл нету. А где они? Это я одно и то же смотрю. Нет, это не то. Отстань. А, вот они. 11. Куда их там надо отнести? Кому? Кому-то вон там он. Куда надо иглы отнести? Подожди. Раньше София, это мы... А, вот. Церковь. Ой, на самый верх, что ли? Серьезно? Серьезно? Так высоко? Давай. Опять 40 минут прошло. Да охренеть. Ну как так быстро серии-то кончаются? Ну, это же нельзя так. Это же вот не по-божески. А, вы все ходили в церковь. Я понял. Я понял. Где этот хрен для иголок, которому иглы нужны? Ты где? Вот он ты. Стой. На. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Теперь можно сделать еще зонтов, пока снова не пошел дождь. 200 голды он мне дал. Опа. Опа, он мне дал. А, зонт? А что, меч нарисован? Позволяет сделать предмет зонт. Компонент иглы, медный свиток, волоконная ткань. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы использовать. Рецепт изучен, ладно. Хорошо. Смотрим, перья какие-то. Хвостовое перо мы нашли. Что с ним делать, не ясно. Так, это мы, значит, бам, и ни хрена с нами не случилось. ХП полная, стамины немного. Стамины немного, это не очень приятно. Значит, сейчас пойдем спать. Как раз у нас дорастет эта хрень. Как раз у нас та хрень до... Подожди, а что можно еще дома поставить? Да не то. Та хрень у нас допилится, эта хрень дорастет, и все прекрасно. Ты кто, разноцветный мех? Не интересует. Ткань, это все фигня. Ракетка. Продадим ее кому-нибудь, ладно. Ладно, кому-нибудь продадим, сейчас места много в инвентаре. Перчатки, плюс 5 к атаке, урон в ближнем бою. Используйте для атаки сундук с сокровищами. А, источник. Хорошо. Хорошо, хорошо. Тебе сколько? 6 часов как раз там тоже сколько-то. Ну и пойдем. Ну и пойдем спать себе. Время 17.51. По местному 17.23. Ну ладно, лечь спать. Да, ложись, спи. Угу. Надо мебель себе делать. Пока у нас пилилка вот эта свободна. Камнилка тоже свободна. Можем спокойно делать себе мебель, так сказать, обставлять дом. Из-за этого получать больше очков. 299 уже, класс. Так, это собрать. Значит, это... Где они? Вот они, вот сюда. Вот их положи, перенеси, вот сюда поставь. Молодец. Молодец, 4, на. Все, отлично построилось. Пусть пока там лежит. Ты что, тебя собрать можно? Собрать урожай, е. Класс. Все, мы собрали урожай. Посмотреть состояние, взять. А, надо эти вытаскивать, да? Да. Саженцы там всякие, открыть. Давай, где у меня саженцы, не здесь. Не знаю, зачем я его собираю. Собственно, смысла-то в этом особо нет. Еще пшеница, ну, допустим. Удобрения и пшеница. А, вот это, хлопок. Можно хлопок посадить? Давай посадим хлопок. Пшеницу забери, диски забери. Что еще сможешь, то и тоже забери. Не сможешь ничего, да? Тыдынь. Ладно. Надо еще сходить, нам все продать нахрен. Так, 4-5. Значит, ты на 4. Ты на 5. Угу.
Ну, полностью то добивай, посмотреть состояние. Взять, выкорчивать. О, блядь, а, вот оно состояние. Применить удобрение, не применяет, ну и хрен с тобой. Ну и хрен с тобой, раз не применяешь, так и не применяй. Так, раз, два. Теперь оно раскидано, ну да ладно, потом. Потом как-нибудь соберу. Здесь у меня что? Здесь у меня все попре... Иглы мне нужны были. Мне нужны были иглы... А, подожди, плюс 30 к атаке, урон в ближнем бою, плюс 50. Да, значит, надо игл набить 5. И смолы немножко. Мы научились делать... А, дос зонт. Зонт — это новый талисман. Прекрасно. Прекрасно. Мебель. Чайный столик. Плюс 4 к максимальной энергии. Железный слиток. Не получится. Небольшой стул. Изношенный мех и деревянная доска. Плюс 2 к максимальной энергии. Слабенько, конечно. Каменный столик плюс 7 к максимальной... А, мрамора нет. Здесь хлопка нет, но он скоро вырастет. Ладно. Ладно, допустим. Хорошо, значит, что нам сейчас надо? Эту хрень мы сейчас можем понести и поставить, правильно? Правильно. Нам нужно еще столько же, кстати. Нам нужна будет еще одна такая же, поэтому делаем 5 крепких деревянных досок. 4 только можно. Давай 4 хотя бы. И что? Еще-то надо было. Давай, давай. Может, там будет подъем и спуск, и серединка. И медная труба 3 штуки. Медная труба. Медная труба. Так, медный слиток 2. У меня, кстати, остались где-то медные трубы, по-моему, нет? Вот, медная труба 2. Медный слиток есть, нет? Кажется, у нас нет медных слитков. Давай сделаем медных слитков. Медный слиток сколько ты можешь сделать? 10, давай. Хорошо. Заправить. Так. Здесь какие слитки можно еще делать? Можно еще какие-нибудь? Давай еще сделаем 10 медных слитков. Принять. Здесь заправить. Хорошо, все, пошло. Значит, здесь сверлится, здесь пилится, и здесь ни хрена не происходит, потому что меди нет. Ладно. Здесь тоже пока делать нечего. Точильный камень. Точильный камень мне пока не нужен. Ловушка. Пружина. О, в смысле дерево. Не понял. А, добывается рукой... А как? 76 на 4. А, крепкое дерево. Серьезно, его можно здесь делать? Прикольно. А подожди. А подожди. Создать, допустим, одно. Можно еще докинуть? Крепкое деревянное... Ага, 3 из 5. Надо еще 2. Хорошо, дерево создать. Значит, 2, пожалуйста. У него много, по-моему, обычного дерева надо, да? Не понимаю, осталось мало. Крепкое дерево. 1 из 5. Крепкая деревянная доска. 1 из 5. Мне, типа, надо еще 4. Допустим, вот почему одна-то только. Он крепкое дерево, что ли, мать твою, разбирает? Твою мать. Ладно, хрен с ним. Хрен с ним. Сборочная станция. Мы будем собирать опять подъем. Не та кнопка. Здесь что? 48 минут. Вот говно. Вот говно. Ладно, пойдем. Да мы, наверное, это пока не будем относить. Потом просто весь мост соберем. Правильно я понимаю? Да. Пойдем посмотрим, что с рыбой. Сейчас ее продадим, что не продадим... Соответственно, хрен с ним. Нам надо пойти опять в подземелье, надыбать этот артефакт. Нам надо пойти срубить дерево. Нам надо пойти затыкать ежиков. Дело, ребята, просто валом. Да не с тобой я хочу говорить. Иди отсюда, усатый хрен вообще. Давай какую-нибудь превьюху сделаем. Взаимодействие очень. Серьезно? Мешает. Мешает очень взаимодействие, Соня. Круглый стол, давай. 74, рынок еще больше. Вы охренели, что ли? А что так мало-то? Ну вот смотри, типа она стоит 110 минус 40. Не, чё-то как-то больно много. Сколько у меня там места? Место, ну, сортировка. Вот столько. В принципе, хватит нам на какое-то время. Если совсем не хватит, то пойдем. То пойдем и вернемся обратно. Ладно.
Давай, залетай. Вы хотите заплатить 200 г, чтобы получить недельный... Да, конечно. Конечно, что за вопрос? 27 число лета, день воспоминаний. В этот день люди вспоминают прошлое и делятся надеждами на будущее. Значит, сразу же берем вот эту хрень. Угу. Что-нибудь видишь? Опа. Все, пошел. Три. И начинаю рубать. Нормально. Сильнее, быстрее стал рубить-то? По-моему, не особо. По-моему, то же самое. Что там вылетает? А, вот смотри, новый артефакт. Старый термос. Ладно, F. Что еще видно? Ни хрена, что ли, не видно? Серьезно? А, вон, смотри, раз. Угу. Ну, давай до него дальше рубить будем. А, это типа прилетает, что там рядом прилетает. Хорошо. Тра-та-ти-та-ти-та-та. Почва, песок, камень, это все как мы любим. 7 метров, здесь уже, мне кажется, надо по прямой рубить, просто вот так. О, медная руда пошла, диск данных. А ты что такое? В инвентаре недостаточно места. Что вы охренели, я только зашел. Песок, 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 песок. Оловянная руда. Ты кто, медная руда? Давай песок выбросим. Выбросим 16 песка, принять, ладно. Запчасти и силовой камень. Это прекрасно. Это прекрасно, не прекрасно. Чего у него из жопы прям этот идет? О, рядом. Рядом, рядом. А что мы еще можем выбросить? Камень можно выбросить. В принципе, его все равно до хрена. Плюс 57, принять. Все, пошли. Давай, добывай. Что, не хватает? Это что? А, это камень. Камень не влазит. Вон еще сундук. Так. Давай, теперь выкидывать опять же камень, выбросить максимум, принять. Что нам дадут? Диск данных и запчасти, силовой камень. Класс. Ну класс. Класс, 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 класс. Ни хрена не видно, только здесь у нас. Ну полетели наверх тогда. Куда нам там лететь-то надо? Вон туда. А что, она не бесконечная, что ли, эта хрень? Класс. Давай быстрее. 74, чё так мало-то, чё так дёшево, да я рыбу эту покупал, для чего, чтобы так дёшево её продавать, что ли, ну это же невозможно, это же так нельзя, это кто так делает? Ладно, пойдем разгружаться. Надо рыбу продать, вот она теперь мне мешает, жизнь портит, прикинь. Ты кто? Что ты хочешь? Как выращивать растения? Просто сделай катку и посади семена, вот и все. Это все, что мне хотелось сказать. Ого, отличный результат, теперь я в деле, можешь сделать для меня 3 такие катки? Спасибо, конечно могу, а в чем базар? Так, 3 катки. Доставьте деревянные доски и сделайте катки малая катка. Хорошо, сейчас все будет. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, что мы там понаходили? Вкладываем, значит, все, что мы там. Вот это надо было продать. Вот, эту хрень можно выложить. Вот эту хрень можно выложить. Песок тут есть, есть. Оловянная руда здесь нет. Все, что ли? Да. Да уж, вот сюда можно пихать все, что хочешь, потому что все, что не хочешь, оно туда не влезет. Попросту. Да, 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 да. Но можно пойти уже хотя бы порубать немножечко этих товарищей и попытаться... Угу. И попытаться добыть себе немного этих самых, как его, малая катка. Деревянная доска, надо... Сколько их? 9 получается, да? Помета еще надо собирать. Ладно, 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 ладно. Пойдем немножечко рубить деревья, которые вот с этими. Вот этот вот, да, вот это мне дерево надо. Тебя я сейчас буду рубить. Угу. Но опыта нормально капает, хотя бы нет такого, знаешь, что дрочится, вот это прокачивает там полтора дня. Смола есть? Нету смолы, вот скотина. А, смола одна, отлично, все. Все, я себе сделал тренировочный меч, до свидания. Даже сделал же, смола. Сколько? 5, все, отлично. Пойдем, берем обычный меч, пойдем этих игу... Опа, какахи. Какахи мне нужны, да, спасибо, спасибо, какахи. Это я люблю, это мне надо, ну, грядки делать. Это там подруга в деле. Она знает, что я тут какахи хожу, собираю ради того, чтобы и грядки сделать вообще-то. Так. А че я вот эти вот ягоды, че их не жру? Че они все время у меня лежат там, что-то делают? Ты что делаешь? Номер 25, дает защите 45.
10 к защите, 180 секунд, 18% от максимального очков запаса, видимо, 60 ОЗ. ОЗ это, наверное, очки здоровья. Что ягоды вот эти вот делают? Вот эти вот ягоды, что вы делаете? Скажите мне, пожалуйста, ты кто? Змеиная ягода. Я стану змеей? А, места нет. Так, дикорастущая сладкая ягода. Установлю 10 очков здоровья. Серьезно? Все? Мне некуда ее положить, но... Ладно, их выкидываем, значит. А почему у меня тут пшеницы с семенами? Я далеко от дома ушел. Не особо. Пойдем выложим хотя бы семена пшеницы. Я отошел на 2 метра, у меня уже полный инвентарь. Ну вот так разве можно? Это как вообще? Это за что? Это для чего? Вот эта вот хрень стоит 1500. Я так понимаю, это вот этот вот кусочек, правда? Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Просто кусочек. Ну, это не кусочек, это какой-то куром насмех. Так. Крепкое дерево. Кстати, мне надо было крепкое дерево собрать. Он сейчас соберет, да? Ладно. Ладно, 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 ладно. Здесь у нас что есть? Здесь у нас что-то все не то. Вот здесь может быть то. Да. Вот пшеница, во-первых. Во-вторых, дерево. Во-вторых, в-третьих, вот это вот все. Забери уже что-нибудь. Ставим иголки. Ладно, сортировка. 4 ячейки свободно. Немного. Резиновый фрукт, кстати. Этого нету, да? Яблоки. Может, там были где-то. А что яблоки делают? 5 энергии, кстати, неплохо. Можно сожрать. Ну-ка, сожми. Он сейчас не сожрет отсюда, да? Да, вот это вот тоже надо убрать. Вот это вот почему нельзя сделать? Потому что... А потому что нельзя. Ладно. Ладно, 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 ладно. Хорошо, я все понял. Я все понял. Вопросов больше нет. Какахи мне нужны. Где тут какахи? Давай сожрем яблоки. Я не знаю, зачем просто сожрем. Смотри, энергия растет. Где она? Да, растет. Просто у меня их очень дохрена, и девать некуда. Некуда девать, что я сделаю? Здоровье у меня полное, каках тут не наблюдается, это нехорошо. Лучше бы были какахи. Вон мост, кстати. Кстати, можно начать его уже строить. Да, вон там эти ежики летают, автобус вон едет. Там песенку поешь, тра-ля-ля-ля-ля. Ох, ребята, у нас опять время заканчивается. Ну что за говно, давай хотя бы начнем строить этот мост. Здесь, видимо, да? Разместить подъем моста. Ай, молодец. Деревянный подъем моста. Ух ты какой. Красавяга. Какой ты красавяга. Как серии называть, я вообще даже не представляю. Здесь смотри, какие плавают ёршики. Но это все хорошо. Пусть они себе там плавают. У меня сейчас конкретно другая задача. Мне нужно натыкать вот этих вот колючих иголок. С колючих понатыкать иголок, чтобы мне добыть этот самый, как его, чтобы сделать меч. Сейчас делаем меч и заканчиваем серию, потому что опять уже время не то. Иди сюда. Тын-тын-тын-тыц-тыц. Хорошо. Одна. Надо, по-моему, 9. Две. Давай двоих сразу. Не получится, да? Три. Ай, 4. Так, здесь уже и крабы. Крабы мне не нужны. 5. И там снова эти самые респавнятся. Угу. Ну, обложил. Ну, что-то как-то мало он хп снес. Где ты? Ага, все, 6 или сколько там? Я уже запутался. Вот это смотри, а тут злой, может с него 2 быть. Ого, он мне хп снес, ты видал? Тихо! Твою мать, взял и помер. Ой, ладно. Хотя бы понятно. Опа. А все, мы уже можем, нам 5 надо было. А. Давай. Давай, плюс 30 к атаке, критическому удару, урон в ближнем бою, в общем. Теперь у нас вот такой вот меч. Но все равно тренировочный, учебный меч. Мне надо не учебный меч, мне надо что-то посерьезнее. Мне надо что-то посерьезнее. Это собрать еще одну поставить. Надо сделать мне одно. Принять, поехали. Так. Здесь что, здесь плавится? Ну и пусть себе плавится. Хорошо, медная труба. Ой, чуть не чихнул.
Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел эту серию до конца. Не забывайте везде подписываться, не забывайте жмакать лайки, писать комменты. Не знаю, сколько еще серий запишу подряд, но смотри, пока прям заходит. Всем